Всем привет, ребят. Продолжаем трешивать на коллекционере. Второй аккаунт. Аккаунт счастливчика. Джеймс Бонд 007. Вот так вот. Сейчас посмотрим, как же ему все-таки посыпятся герои сегодня. Вроде падает. Тьфу-тьфу, неплохо. У себя паролил хорошо. У предыдущего аккаунта хорошо паролил. Тоже вроде все круто. Так, гильдия, друзья, товарищи, первые четвертые места, босс 3 21.00, 5 21.30, лава 21.05, факела 20.45 и 20.52. Отбиваем битвы гильдии, играть обязательно. Телеграм, игра Castle Clash.ru, скорее всего так. Кидайте заявочки, вступайте, мы поехали смотреть аккаунт Джеймса Бонда. Так, что тут у нас? Аккаунт донатный, Минотавр есть, отлично. Поехали посмотрим, что ему не хватает в жизни для счастья. Сейчас я даже скажу. Фрей, Бугимена, вот так вот. Не хватает Фрейки и Бугимена. Хотя тут больше, по-моему, не хватает героев. Так, ну Фрея понятно, Командора. Капитан Рогатка, Бугимен, вот так вот. Коллекционер у нас неплохой вроде как бы. Командора можно нормальный талантик вытащить. Ну, условно нормальный. Для тыковки, если берс, в принципе, неплохо будет смотреться. А воодушевление, пятое, самое основное, это психощит. Плюс священный огонь. Ну, также затрату есть акция, ну, тут... Такое себе по сравнению с китайкой, я вам скажу, что это фигня. Так, и собрать. Поехали посмотрим его аккаунт, что у него вообще есть. О, старенький Минотавр, понятно. Бигфут тоже бавашка. Я говорю Бигфут, Анубис, Бигфут, священный огонь, отлично. Так, ведьма, отлично, стрелок, отлично. Пойдет ворожей, хранитель, супер. Фрэнки, бог войны, смысла нет. Рину, понятно. Вот у него уже есть изворотливость на тыковке, и она намного, по идее, должна быть намного лучше, чем берс для разгона. Ну, опять же, надо все тестировать. Так. Ну, по талантикам неплохо. Сейчас, кстати, многим героям можно ставить пятую ремку и не париться, качать ее на восьмерку. Потом еще рунами. Другое что-то пихать, вообще супер вариант. Я себе так делаю на китайке и на английском сервере. Так, окей, разобрались мы с героями, в принципе, поехали. Начнем. Нам нужна Фрея, но к нам приходит ниндзя. Профессор Риббит. Афина, ну, опять ниндзя. Паладины, короче, в каждом роллинге, судя по всему, сегодня будут. Так, Тритон. Ну, Фрейка, давай. Атлант. Опять паладин. Да издеваются, походу. Так, ну, давай. Кимка. Ара. Блин, падают. Какие хочешь герои. То, что надо, вообще не падает. Ну, хотя, в принципе, чем больше героев у вас есть, просто жесть. Медуза. Так, ну, давайте легенду. Офигеть. Просто офигеть. Чувство, когда у него есть Фрея, у тебя Фрея нет.
Так, окей, поехали. Триант. Да блин, жесть, Дед Мороз. Просто жесть. Влад Дракула Кинди. Варлок. Сноу, да блин, уже упало, наверное, половина героев. Это жесть. Ворожей. Варлок. Ты чё, фея, а не Фрея? О, 12-15. Три осталось. Осталось три. Два. Ронин. Один. Дед Мороз. Да. Ну, что я могу сказать? Когда очень много героев, тут ничего не поделаешь. Коллекционеров, в принципе, мы собрали. Командору, к сожалению, не выбили, хотя ему командора там не особо. У него есть Минотавр. Собрали психощит и сошку. Ну, блин, обидно, что... Хотя, в принципе, что обидно? Это рандомчик. Кому-то падает... Кому-то нет, бывает и такое. Так. Поехали, пооткрываем плюшки. Может, с карты хоть упадет. А тут не та карта, которая надо. Ну, у него, блин, тут героев столько. Бум. Хранители Тесса. Печалька, печалька. Уже места недостаточно. Что за подстава вечно с этими местами? Хотя у меня пришло обновление, и у меня места все равно не хватает. Хоть и добавили. Так, какие... Окей, окей, окей. Давайте еще последнее доролим, чтобы уже наверняка. Медуза. В принципе, психощит это тоже, конечно, классно, но я вам скажу, он уже того не стоит. Стоил раньше, и сейчас его использовать где-то особо смысла не вижу. Конечно, надо будет все-таки прокачать на максималку. Так, ну окей, давайте последние самоцветы на роль спускаем. Друзья, товарищи. Сразу слоты просят. Триант упал. Ну блин, ну что такое? Вот вечно последние герои, конечно, падают легенды, но падает, блин, опять не то. Подстава какая-то точно. Так, что мы имеем вообще? Букимана не выбили, рогатку не выбили. Зелень, синь, зелень выбили. Командора, Фрея. Ничего не могу поделать, в принципе. Аккаунт донатный. Самое главное, собрали слизни. А дальше уже будет видно, что и как. Все, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Ссылочки все есть. Что делать, тоже есть. Такой вот коллекционер. Конечно, героев нападало много, но
Джеймс Бонду сегодня не повезло, сегодня не его день. Все, всем удачи, всем пока.